такое была игра, казалось сперва, что у меня худшая позиция, но потом я поставил мат. Мне кажется, у него и тут и была лучшая позиция. Он проворонил вот в этом месте. Вот ему нужно было тут идти. Тогда у него был выигрыш этой позиции. Он пошел тут конем. Тогда уже у него стала проигрышная позиция. Если он бьет, тут у него проигрышная позиция получается. Вот он один. Зевок проморгал, и у него сразу стала проигрышная позиция. Вот вся игра по-быстрому. У меня грубой ошибки не было, у него две грубые ошибки были. Одна. И рокировка. У меня ошибка была. Что мне надо было его бить, а я подошел, шаг сделал, а он если королеву бы сбил, я тогда тут иду и бью башню. И два сомнительных хода. Вот один, что сбил королеву и королеву. И второй, что слоном тут вышел.
королевой надо было бить. Я бы сбил королевой. Потому что если... Хотя нет, показывает, что надо было слону. А теперь вот этой пешкой. В таких ситуациях иногда не знаю, что делать. Какой лучший, самый лучший вариант. Видимо, слоном. Чтоб потом, если королева могла отойти и не сдваивать пешку, если пешка иметь, потом сдвоится пешки. Ну тут правильно пошел. А я неправильно. Надо было иметь королевы. Можно было без этих биений сразу иметь тут. А нет.